Елабужский институт Казанского университета посетили представители ведущих высших учебных заведений Киргизии и Узбекистана, реализующих программы по подготовке педагогических кадров. Директор Елабужского института Елена Мирзон поприветствовала коллег и ознакомила их с образовательными возможностями вуза и научно-технической базой. Все подробности далее. В Россию делегация приехала для знакомства с Казанским университетом и его подразделениями для последующей разработки совместных образовательных программ. В рамках встречи гости посетили главное здание вуза, узнали его историю, а также побывали в Доме научной коллаборации имени академика Камиля Валиева и университетской школе. Особенно ярким моментом пребывания зарубежных гостей в вузе стала их встреча со студентами Елабужского института КФУ, приехавшими сюда учиться из Узбекистана и Киргизии. Мы сейчас изучаем систему образования, систему преподавания Казанского федерального университета и делаем какие-то свои направления внутри вот этих наших визитов. 1+1, магистратура и еще плюс бакалавриат, какие-то направления, чтобы наши ребята там здесь учились и получали двойные дипломы. Представители вузов Узбекистана и Киргизии оценили вклад Казанского университета в укрепление партнерства России и стран СНГ в области науки и образования, а также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Энджи Минибаева, Универньюз.